Привет, кто присоединяется? Второй эфир я вроде тоже сохранила. Написала мне, что сохранено. Я очень надеюсь, что второй у нас тоже сохранился эфирчик. Так, сейчас перчатки напялю. И мы с вами доделаем пару нашей Снежани. Что нам осталось сделать? Нам нужно сделать какой-нибудь небольшой декор на подставочку, да? Что это может быть? Это могут быть какие-нибудь шишечки. Сейчас я поищу. Есть. Нашла одну шишку готовую, потому что нет у меня ничего. Она, конечно, сюда немножечко великовата. Ну, давайте ее сделаем. Что делать уже просто, потому что не знаю, чем сделать. Нет у меня заготовок для шишек. И что? Так, на вот сюда наверх, на шапочку, мы ему сделаем листочек с ягодкой. Если насадки нет, так я перевернусь. Если насадки нет специальной, да, листочек, то мы просто кончик мешочка либо корнетика на уголочек отрезаем. Это, в общем-то, известный способ. Айсинг у меня здесь густой, кусабельный, примерно такой же консистенции, как и на шарфик. Вот, и сделаем ему сюда тоже. Несколько листочков. И еще один вот сюда. Господи. Вот сюда. Так, глаза мои вечно падают с меня. И также посадим сюда ягодки. Ой-ой-ой, что-то это у меня тут жидкое потекло какое-то. Постоял в тепле и разжижился. Ну, буду надеяться, что оно у меня не грохнутся они отсюда. Чуть-чуть жидковато, конечно. Так. Клеим сюда шишку. Клеим шишку. Клеим шишку. Как бы нам ее поставить? Вот так. Конечно, бы какую-нибудь маленькую хотя бы шишку найти мне. Потому что это... великовато. Сейчас я в своих закромах пороюсь тут. Вот, можно вот такую еще сюда, небольшую. Но лучше, конечно, поменьше размером. То есть вот это вот, ну, очень большая сюда. Ну, я вам просто покажу, как это делается. Так как шишка у меня большая, я сюда буду отсаживать листочки еще и еловые иголочки. Листочки буду делать покрупнее, потому что шишка большая, да, и маленькие. Листики как-то не очень, да, будут смотреться здесь. И также мы вот сюда парочку посадим.
остатки я уберу в карнетик другой, чтобы сделать иголочки еще. Так, очень много, у меня сразу же отрежу. Консистенция на листике такая же, ну, может быть, чуть-чуть помягче, чем на шарфик. Практически идентичные они. Всем привет, кто присоединяется. Доделываем мы друга для Снежаны. И здесь мы немножечко заполняем айсингом пространство. И уже к этому айсингу мы цепляемся. И выводим вот такие иголочки. Можно чуть-чуть побольше отрезать карнетик, потому что очень тонкая и заваливается. Соответственно, чем больше иголочек вы сделаете, тем пышнее ваша веточка будет смотреться. Давайте пониже опущу, что ли, чтобы видно было, что я делаю. Здесь можно приклеиться к пузику. И уже от той капли, которую мы нанесли на пузико, делать веточку. Иголочки, вернее, которые заваливаются, их можно подправлять чуть-чуть. В общем-то, потихонечку вот так вот приклеиваемся. И делаем вот такие вот веточки. Также шишечка у меня это не затонирована еще. Можно по ней пройтись немножечко беленьким красителем. Господи. Все из рук плохо сегодня. Просто ужас какой-то. Немножечко, да, вот по ней. Немножечко по ней пройтись, чтобы она чуть-чуть такая заснеженная получилась. Таким образом. Послушайте, хватит тут ходить, дверь скрипит. Ходят и ходят. Так, что еще хотела? Ну хотела я же, я ему брови нарисовать, я не могу. Мне вот тут вот сверху все равно чего-то не хватает. Давайте попробуем как-нибудь уместить. Так, для этого я сначала коричневый. Коричневый вот у меня здесь в крышечке от коричневого красителя. И им я сначала намечу
где мне хочется. А затем немножко поярче сделаю коричневый, потемнее, вернее. И еще раз прокрашу. Хотя бы так. Давайте я вот это поверну. Покажу, что я тут изобразила. Хотя бы вот такие вот бровки. Хотя, конечно, с ними лучше поработать. Вот, но уже сегодня как получилось, так получилось. Что тут говорить. Давайте мне на этом снеговиком закончим. Нам нужно будет затонировать шарфик беленьким, но это уже вы будете делать самостоятельно. Почему? Потому что айсинг у меня еще влажный, да, и если я сейчас начну его тонировать белым, то у меня красная краска в составе айсинга будет эту тонировку съедать. В результате у меня получится размазня, которая мне не нужна. А хочется все-таки более четких ребер, более четкого белого цвета, да? Поэтому я тонировку шарфика оставлю на после эфира. Просто немножко верной кистью пройдусь по нему, и будет отлично. Так, сейчас я тут немножечко со стола уберу, чтобы вам не был виден бардак после мастер-класса. И мы с вами посмотрим на то, вернее, на те уроки, на мои крайние уроки. Посмотрите, чем я занимаюсь, что я делаю, кто со мной не знаком. И вам будет более понятно, что я вообще и что из себя представляю. Так, ну, явно, да, вот этот снеговичок наш, он вышел парой снежани. Он более на мальчика похож. Вот, он немножечко крупнее ее в размерах, он потолще. В общем-то, вот такая работа у нас сегодня получилась. Давайте мы с вами начнем с того, что у нас есть в бесплатном, да, доступе. Не очень давно в аккаунте любимого ком здесь я проводила мастер-класс. Мы делали вот такой пряничный венок. Возможно, кто-то из вас присутствовал, возможно, нет. У нас сейчас по нему идет марафон, пряничный марафон по веночку. 11 января у нас будет подведение итогов. То есть вы делаете венок по моему мастер-классу. В вашем венке обязательно должен быть присутствовать какой-то элемент из того, что я показала в этом мастер-классе. Это могут быть подарки, там 3D, да, пряничные шишки, либо что-то еще. Возможно, вот такие вот 3D-шарики, да, подарки, елочные шарики такие. Какой-то из этих элементов, да, которые я показывала в мастер-классе, должен присутствовать на венке. Далее веночек вы выставляете под хэштегом «Венок пряникомания». Вся информация у меня есть на странице. Много постов я делала, посвященных вот именно этому венку. То есть его мы выставляем уже сейчас. Уже девочки уже давно активно выставляются. И 11 января мы подводим итоги. По итогам у нас будут победители, которые получают подарки от меня. И также будет подарок от компании «Любимого ком». Еще раз повторю для тех, кто не слышал. Завтра у нас бесплатный новогодний пряничный флешмоб. Мы устраиваем его вместе с Анной Науменко, «Сладкий рисунок» аккаунт.
в помощь вам для создания пряников. Для этого флешмоба я выпустила три бесплатных урока. Такой снегирь, рамка со снегирем, домик с вышивкой и пряничная шкатулка под дерево. Она сделана с использованием скалок любимого ком. Очень красивая шкатулка. Их можно посмотреть на моем YouTube канале. Ссылка прямая есть в шапке моего профиля, в профиле пряника.мания. Там можно смотреть мои бесплатные уроки, потому что мне не всегда нравится, как уроки загружаются в Инстаграм. Иногда Инстаграм очень сильно урезает качество картинки, иногда он очень сильно обрезает вот это все дело. В общем-то, бесплатные мои уроки я стараюсь положить на YouTube. Так, давайте посмотрим по пряничному курсу, да, новогоднему, который мы сегодня разыгрывали. Что в него входит? В него входит, во-первых, вот такой шарик Дед Мороз. Он полый, это не шкатулка, это пряничный шарик и айсинг. В принципе, работа здесь несложная, но сам по себе шарик очень интересный, очень прикольный. Девочки у меня и в школе делали его, уже много сделала. И кто не в школе, тоже покупали, делали, присылали мне. Шарик делается очень легко. Также можно его наполнить подарками какими-нибудь, конфетками. Вот, либо немножечко подумать и сделать его как шкатулочку. Тоже такой вариант возможен. Это первый урок из новогоднего курса. Второй урок — это винтажная рамка в стиле... Ой-ой-ой! Второй урок — это винтажная рамка в стиле ретро. Вот так она выглядит. Здесь большой урок, по-моему, если я не ошибаюсь, трехчасовой. Здесь у нас элементы скраббукинга, тонировка под дерево, да, рамочки, как вот такую тонировку под дерево сделать. Естественно, здесь фигурки какие-то есть из айсинга, здесь есть роспись кистями, ну и, соответственно, декор. Это второй урок из пряничного курса. Третий урок у меня обычно не влезает, поэтому буду показывать его по частям. Первая часть, вот такой вагончик, это рождественский поезд. У него два вагона. Один из них наполнен 3D подарками, конфеты. Здесь все пряники, все сделано из пряников. Первый вагончик. Второй вагончик поезда идет с персонажами. У него персонажи, объемная елочка. То есть вот два вагона у поезда. И, собственно, сам поезд. Сейчас я его вытащу. Чук-чук-чук. И вот у нас вот такой есть поезд. Да, поезд у нас двухсторонний. То есть он одинаковый с двух сторон. Вот, пожалуйста. Здесь на нем также персонажи, гнутые детали. Полая труба, она абсолютно полая до самого паровозика. Вот такой носик у паровозика интересный тоже. Очень много деталей, более 4 часов видеоурок, очень большой, много техник, много всего показано и рассказано в нем. Так, давайте паровозик вот сюда уберем. Так, еще, это третий урок из новогоднего курса, который мы разыгрывали сегодня. Да? И четвертый урок из этого курса. Это новогодний топиарий. Сейчас я камеру отодвину, чтобы он влез у меня. Он большой. У меня он 45 сантиметров высотой. Но делать такой огромный не обязательно. Мне просто для уроков удобнее, да, снимать на больших моделей. Здесь вообще нереальная куча техник. Здесь гнутые апельсиновые чипсы, кожура, корица. Звездочки бадьяна, грецкий орех, ягоды, тоже блестящие подарки всякие разные, горшочек, все это пряничное. Здесь все пряники абсолютно. Это четвертый урок из новогоднего курса. Да? Как я вам и обещала, кто у меня даже участвует в этом эфире, у вас будет кодовое слово «Снежана».
Запоминайте его хорошо. Кодовое слово «Снежана». Пишите мне в директ кодовое слово «Снежана» и, например, «Хочу новогодний курс» или «Хочу урок топиари», «Хочу урок паровоз», «Хочу урок новогодний шар», «Хочу урок рождественская рамка». Да? И еще у нас для вас на скидках будет вот такая пряничная чашечка. Вот так она выглядит. Здесь тоже и пряничная чашка. Вот она. В ней очень много всего напихано. И шоколадки покусанные есть, и шишки, и бублики. Шишки разные, круглые, длинные всякие есть, веточки из айсинга. Этот урок у нас тоже будет для вас на скидке. То есть кодовое слово «Снежана», далее «Хочу» и пишите, что вы хотите. Смотрите, для участников этого онлайн-интенсива я предлагаю скидку 50%, 50% на вход в мою школу «Джинджер», на курс, полностью на курс и на каждый урок отдельно. То есть вход в пряничную школу «Джинджер» сейчас стоит 2000 рублей. Да? По кодовому слову «Снежана», написанному в мой директ в «Пряникомания», вы можете в нее зайти за 1000 рублей. Вот такая чашка, она стоит 700 рублей. По кодовому слову «Снежана» вы можете ее купить всего за 350. Вот такой шарик. Шарик, он у нас, к сожалению, не участвует в скидке, но его стоимость всего 350 рублей. Урок вот такой по нему стоит 350 рублей. Рамочка эта, она стоит 800. По кодовому слову «Снежана» вы ее получаете за 400 рублей. Урок «Рождественский поезд» из паровоза и двух вагонов стоит 1500 рублей. По кодовому слову «Снежана» вы получаете его за 750. И в такую же цену идет вот этот вот классный самый топиарий. Он также стоит 1500, но с вашей скидкой вы его можете купить всего за 750 рублей. Еще одно маленькое условие. То есть вы можете зарезервировать вашу скидку в течение суток после окончания интенсива. То есть сколько у нас сейчас времени? Час у нас. Вот до завтрашнего дня, до часу дня вы можете написать мне в директ «Снежана, хочу, что вы хотите» и зарезервировать вашу скидку. Оплатить вы можете в течение недели. Через неделю я вашу скидку аннулирую. Оплата у меня проходит на карту Сбербанка, на карту Приватбанка, на казахстанскую карту Каспи. И также можно PayPal или Western Union. Вот, по всем вот этим пунктам можно оплатить, соответственно, в рублях, в гривнах, либо в долларах или в евро. Помимо этого, те, кто хочет зайти ко мне в школу, сейчас в школе, если я не ошибаюсь, порядка 14 уроков. Уроки пополняются примерно 1-2 урока в месяц. У вас, если вы являетесь студентом моей школы, да, то на уроки, которые не входят в школьную программу пряничной школы «Джинджер», у вас всегда есть скидка 50%. То есть, например, да, вот этой чашки, поезда и топиария в школе нет. Это платные уроки, но мои студенты их покупали со скидкой 50%. То есть для них эта скидка будет постоянная. В любой момент, любой платный урок они могут приобрести со скидкой 50%. В школе у нас есть чат в WhatsApp, постоянно моя обратная связь, то есть я всех довожу до победного финала, пока не будет сдана работа. Работы желательно отрабатывать, я не ограничиваю вас во времени, но вы сами должны понимать, что если вы просмотрели урок, в голове вы где-то это поняли, но ваши руки не отработали материал. Пока вы не отработали материал, хорошего результата, да, ждать не стоит. Руки должны работать, руки должны понимать. То есть не только мозг работает здесь, но и руки. Так, про школу я вроде сказала, про скидку я сказала, вроде про все сказала. Давайте посмотрим,
что у меня здесь написано. Ребят, если что-то я объяснила коряво или не кто-то что-то не понял, вы можете написать комментарии. Спасибо за ваши сердечки. Вы можете написать ваши комментарии. И что? И спросить еще раз. Так, в третьем что-то нереальное. Спасибо большое. Ну, как вы видите, все это реально, все это делается руками. Причем, если вы думаете, что любая из этих работ делается сложно и ее не сможет сделать новичок, я голову свою отрежу, если новичок это не сделает. Потому что, не знаю, не видела, есть ли девочки у меня из школы. Если есть, то, пожалуйста, напишите, как вам мои уроки, доступно ли я объясняю. И вообще, как вам это дело все нравится. То есть, я не знаю, я объясняю так, что я разжевала, вам в рот положила, вам даже это вот проглотить не составит никакого труда абсолютно. Волшебство, вы фея. Да, нет, я обычный человек, просто люблю необычные вещи. Спасибо большое. Так, ребят, пока я не забыла в этом эфире разыграть курс, да, последний этот курс, который мы сегодня разыгрываем, пожалуйста, пишем «хочу новогодний курс». Я уже кнопочки приготовила. Раз, два, три, поехали. «Хочу новогодний курс». Спасибо за ваши сердечки. Так, опять у меня присоединившиеся. А, есть. Так, давайте еще раз сфотографирую на всякий случай, потому что мало ли, вдруг не сфотографировался. В перчатках, конечно. Ребят, еще знаете, я что хочу сказать? Если кто-то у меня выиграл курс дважды, да, ну вдруг такое будет, блин, то этот победитель все равно получит только один раз курс. А курс, который он выиграл второй раз, я отдам просто второму комментатору. Хорошо? Потому что я, честно говоря, не смотрела, кто у меня выиграл на данный момент. То есть, если один и тот же человек выиграл курс дважды, я ему один курс отдам, а второй курс, который он выиграл, я отдам второму комментатору, который у меня на экране. Хорошо. Так, вот это я удачно зашла. Красота. Спасибо большое. Так, а что у меня? Подождите, я телефон на зарядку включу, а то он у меня сейчас вырубится. Ой-ой-ой, где зарядка? Я была уверена, что он у меня стоит на зарядке, а он, оказывается, не на зарядке. Вот такая я полоротая, ребят. Хочу новогодний курс. Курс разыграли. Ребят, кто присоединился, еще не знает, мы сегодня делали снеговиков, вернее, пару снеговиков. Вот такая Снежана. И ему мы сделали парочку. Не знаю, будем в сторис смотреть, какое ему имя выберем. Вот. Ну, так как я сегодня немножечко, не немножечко, а в хорошо подпорченном настроении, поэтому, ну, не особо он у меня красивый вышел, ну, уже как получилось. Я надеюсь, что вы меня простите за это. Так, хочу новогодний курс. Ой, блин!